Осторожно, не выходи, не выходи, он издалека заберет. Берез? Да это. На шейх. Шейх, по ним, по мне? Ну, вроде да. Да я хрен, что-то я не уверен в этом. Ну, он с правой стороны был. Вон с той стороны. Ну. Ладно, мусоров, ебать. Я вот, короче, сейчас с лимузон рублю, я 500 хуем сделаю. Надеюсь. Блять, у меня крузак есть 200, блин, на нем получится, интересно. О, давай крузак, я сейчас как раз себе Теслу за... Добрый, добрый. Можешь вызвать ППС, ну, полиция? Все, спасибо. Вы можете вызвать? Я вызову сейчас, хорошо. Сейчас, спасибо. Окей. Ладос. Болезнь? Выйдите, пожалуйста. Ладос. Спасибо. Мне кажется, что меня стрелял медик, скорее всего. Который за Москвы. Я, по крайней мере, так думаю. Наверное. Я смотрел, он оттуда выехал. Я его приметил, да, у меня уже сегодня второй раз стрелял просто. Потому что у меня один раз уже убивал. Это, видимо, второй раз у него, вторая попытка. Я сразу начал... Ну ладно, как бы мусоров херачить, но медиков я не знаю, за что убивают. Во-во-во-во-во. Опять стреляют. Подними, Вадим. Никого не буду поднимать. Я его сейчас дам, это самое. Я трогать его. Не буду, подними доктора. Да не надо меня поднимать. Не надо. Не хочет. Не надо меня поднимать. Я сам его сейчас ёбну его нафиг. Понял, понял. Ладно.